И всем привет, дорогие друзья. Короче, зашел я вечером в наш мир посмотреть, что там и как. Но, как видите, полный пиздец. Все разъебали, все поломали. Да, такая вот фигня, короче. Жалко, конечно. Да, часть это моя, конечно, ошибка, что я всех добавлял. Ну как все? Типа, всех более-менее адекватно. Ну это просто пиздец, реально. Короче, надо будет как-то это все придумывать, решать. Как сделать так, чтобы ничего не поломали, даже те, кто хотят поломать. Короче, ребят, завтра приходите восстанавливать это все дело. Будем что-то придумывать. Или будем ставить замочки под самое дорогое. И будем добавлять только нормальных ребят, то это и строят, в принципе, которым сломать смысла нет. Или ночью, когда будут все ложиться, будут ложиться все спать, как бы, да, уже как бы, ну, все разойдутся, убирать всех из замка. Это, думаю, лучший вариант. Потому что, когда мы играем, мы можем спалить, правильно, на язычах. Или, еще круче. Можем поставить здесь Big Lock, Small Lock, закрыть двери, когда начинается стрим, я открываю двери, все забегают. Но эта проблема решается, да, но капец, конечно, обидно. Пиксель Арт остался живым, ребят. Вот Спайдермен. Все засрали землей. Все, обас... Все, обкакано. Все, разломано. Короче, всему пизда. Заходите, будем восстанавливать. Ладно, ребят, все, давайте, пока. До завтра.